жители Чувашской республики. От более чем 2000-го коллектива Чебоктарского производственного объединения имени Василия Ивановича Чапаева и от себя лично поздравляю вас со столетием образования Чувашской автономии. К своему юбилею республика подошла с впечатляющими достижениями, и за каждой из них стоит талант и энергия, душа и целеустремленность жителей-патриотов нашей любимой Чувашии. Дорогие земляки, разрешите пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов, достижения поставленных задач и намеченных целей. Счастья вам и добра! Хороша Чувашия родная, ты цвети из года в год, в весну, чтоб душа гордилась, восхваляя родины просторной красоту. Тот, кто не был в Чувашии раньше, будь он юн или млад, или стар, тот не знает, что в мире нет краше места дивных родных Чебоксар. Красивы и пляски чувашские, и вам ли об этом не знать? Веселые, сердце бодрящие, коль сможете их станцевать. А песни чувашские трелями красиво звучат над селом, когда для души и веселья мы дружно коллективом поем. Красива чувашская вышивка, в ней песня народа слышна, когда мастерицами вышита, с душой и любовью она. А если вы в это не верите и в нас красоты не нашли, то знайте, нигде вы не встретите красивей чувашской земли.